Ну вот, уже легче, уже, скажем, мы вот уже троем, скажем, да, вот мы уже троем, ты мой хороший, вот чубичек, вот, вот он тут, сразу палец, не хулиганьте, вот, три носа вместе, видите, все, скажи, скажи, а чубик все равно их гоняет, вот, чубик за свое, а что, мои хорошие, то, что, что? Скажи, мы все тут. Ящик надо от вас вытащить. Вот так. Вот, молодцы. Все, смотрите, дружно. И этот лапу. Да? Три пчелы. Три пчелы. Три пчелки. Ой, ты мой хороший, мой злой тюбик. Тебе выгоднее всего, у тебя палец во рту, а не свою лапу. Ну? Вот, три жужжалки. Где-нибудь когда-нибудь видели? Три пчелы таких вот. Да, Тюбик, скажи, мне лучше, у меня пальцы грязные. Ну, у вас не очень-то и грязно. Их сейчас стараются меньше беспокоить, нервировать. Когда убираешься, закрываешь, шумишь, они нервничают. Сейчас. Да, скажи. Я бы тебе дал вторую руку, но это самое. Держать-то надо. Тюбик, ты их научил. Ой, природа, природа. Вот что делает природа. Три сладких носа, три пчелы. Ты самый фартовый, да? У тебя чужой палец, не свой. Ой, тюбик, тюбик, ай-яй-яй. Это еще на них ругаешься. Кстати, вот у них носы чистые, а у тебя почему-то не чистые носы. Держи. Тебе на. На и тебе. Отдохните. Дружное поедание огурцов. Это пожужжали, по огурцу съели. Да? Вот же. Это они друг перед другом. Ну что такое? Вот этот крупный, он их немножко обижает. Чувствует, что он посильнее. Он у них главный будет. А это самый маленький. Ну, тюбик средний, вот этот побольше. Имен пока не дали. Не надо, не надо. Сейчас я принесу, не надо ругаться. А если я ему не дам, он вас сейчас будет обижать. Не надо, тюбик. Тебе палец. Тебе палец.
все, ладно, я пошел. Сейчас приду, приду убираться у вас. Да, сейчас приду. Все, все. Все, до встречи.